Первым я сегодня представляю Вадима Степанцова, который вот он выходит, и любопытно, что когда лейбл только создавался, и у ребят только были планы, они решили выпустить диск стихов дружественного поэта, члена Союза российских писателей, великого мастера и основателя ордена куртуазных манеристов. Все правильно? Практически, да. Создатель бессменного солиста, скандально известный вандал рок-группы «Бахвит Компот» Вадима Степанцова, вот он перед вами. Здесь назывался «Русский киберпарень», поскольку к тому моменту творчество Вадима претерпело трансформацию от куртуазного к киберманеризму. На данный момент в истории компании это единственный диск стихов. Но надеюсь, ребят, что не последний. Так, Вадим Степанцов.